Празднование Дня Победы продолжилось на городской эстраде. На сцене выступили дуэт «Зеленая лампа» из Екатеринбурга, ансамбль песни и танца «Витязь» из города Смоленск и коллективы городского центра досуга. Ровно в 7 часов вечера состоялась всероссийская минута молчания в память о подвигах наших дедов и прадедов, которые навсегда останутся в наших сердцах, в нашей памяти, в учебниках по истории и в сознании новых поколений. И пока мы помним этот великий день, слава наших героев живет. А завершился День Победы праздничным фейерверком.